Жизнь – это когда люди живут. Это когда ты завез. Жизнь – это когда живут, это... приключения есть. Жизнь – это что мы делаем сейчас и что делали. Жизнь – это природа. Когда мы едим, спим. Это наша жизнь. Жизнь – это то, что когда люди живы. Это когда человек шевелится, а когда он просто лежит, значит, он умер. Это. Он становится таким как бы призраком, и он живет наверху, наверное, миллионы лет, даже больше. Всю свою оставшуюся жизнь. Кто себя хорошо вел, и он попадет в мир гармонии. Слушай, а кто дал жизнь? Жизни? Да. Это даже страшно сказать. Бог. Он очень умный. Он, можно сказать, волшебник. Он сначала деревья, потом птиц, потом зверей, потом людей. У него есть волшебная палочка. Он наколдовал. Можно будет всякая жизнь, чтобы жили в России. Не могут, наверное, прожить. 101 и 102. А 100, наверное, могут. Я хочу вечно жить. Потому что мне очень нравится жизнь. Я думаю, смысл жизни – это что-нибудь знать о жизни, например. Думать, как жить. Как правильно жить. Жить себе. Это пожелать. Надо питаться хорошо. Питаться и плохо себя вести не надо. Хорошо вести. Хорошо слушаться маму и папу. Ну и не надо быть плохими. Не надо на всех обзываться. Ну, не болеть. Думаю, есть такая болезнь, которая может даже жизнь уже перервать, и может уже умереть человек. Ты не должен говорить маме: мам, сделай мою жизнь лучше, а ты должен сам исправляться. Надо просто делать все хорошее, и ты получаешь все. То, что тебе нравится. Хорошо учиться, никого не убивать, и будет все классно.